Всем привет! Вы на канале Унака. Меня зовут Татьяна. Сегодня хочу показать вам свое дизайнерское платье. Этому платью около 10 лет. Дизайнер я сама и исполнитель этого платья тоже я сама. На мне вот такое зеленое платье из хлопчатобумажного волокна. Перламутр, изумруды. Бусы из перламутра, браслет. Вот такое интересное платье ручной работы. Посмотрите, какие на мне интересные босоножки. Но опять же, интересные босоножки, на мой взгляд. Если кому-то не понравится, я не обижусь, потому что все очень индивидуально. Каблучок 11 сантиметров, при этом он довольно-таки удобен. Вот такой вот впереди бантик. Фирма Лизетте, кожаные босоножки, они темно-синие с коралловыми вот такими вот вставочками. Платье у меня насыщенного зеленого цвета. Ну, конечно, сюда можно подбирать любые-любые украшения. Я и кораллы люблю сюда, но вот сегодня я решила надеть вот эти вот бусы. Их можно надеть в один ряд, можно надеть вот таким образом, но я почему-то решила таким. Муж посоветовал мне надеть вот так. Сумка-малютка, да, да, но возьму другую. Вот такую я возьму сумочку. Она мягкая, легкая, но вместительная. Сегодня мне такая понадобится сумка. Ну и капля молекулы, как обычно. До встречи, всем пока!